понимаем, из чего он состоит и чем наполнен. Мы живем в этом мире, но мирно ли мы живем? Из чего состоит мир между нами? Наверное, самое главное – это истина. Истина, она порождает свободу. Свобода дает силу. Сила питается верой. Но одной веры всегда мало. Надежда. Надежда помогает двигаться вперед, а мудрость дает направление. И над этим всем возносится любовь. Любовь к своей стране, любовь к городу, к дому, любовь к сыну. Каждая семья, отправляя на войну своего отца, мужа, брата или сына, отправляла вместе с ним одну из сил для того, чтобы, объединившись, они вернулись домой с миром. Тебе свою силу. Она поможет тебе во всем. А моя любовь сбережет и будет согревать. Где бы ты ни оказался, знай, что с тобой свобода, мудрость и истина. Они всегда будут напоминать тебе о нас. Пап, а ты поскорее приходи обратно. Я тебя жду. Сынок, мою надежду я отправляю с тобой. Храни ее внутри себя, а вера поможет тебе быть сильным. Не теряй ее из виду. Никогда. Война стирает правду.
лишает надежды, обесценивает веру. Война боится любви и мудрости. Это ее главные враги. Она высасывает силы и не признает свободы. Война способна разбить, поглотить мир, только если силы мира разрознены. Она старается их разделить, потому что по отдельности силы слабы. Потому что мы, люди, храним эти силы больше собственной жизни. Война сжигает все на своем пути. Но стоит силам мира стать одним целым, сам человек становится миром. И тогда никто и ничто не сможет его остановить. Себя выжженное поле и пепел. Она не смогла победить мир. И на пепелище вырастает колос с зернами своей силы. А мы никогда не забудем, какой ценой был сохранен этот единственный колос мира на выжженной войной земле. Вечная память. Thank you.